Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Как отметила актриса, она всю жизнь училась у певицы любви и позитиву. Актриса Алена Кравец, которая посетила церемонию прощания с певицей Валентиной Легкоступовой, состоявшуюся в траурном зале Троекуровского кладбища, раскрыла предсмертную тайну исполнительницы хита «Ягода малина». Оказывается, звезда, когда угодила в больницу номер 13 на Белозаводской улице Москвы, лежала в клинике не под своей настоящей фамилией. Семья не хотела, чтобы прознала пресса, и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья. Как заметила Алена Кравец, для нее Валентина Легкоступова навсегда останется образцом женственности, стиля и вкуса. Она все годы училась у нее любви и позитиву. При этом актриса убита горем и не знает, как жить дальше. Полтора года назад она хоронила на этом же кладбище свою подругу, известную певицу Юлию Началову. И вот теперь пришла еще одна беда. Напомним, что 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое. По основной версии, которую рассматривает следствие, певица упала в ванной и получила серьезные травмы головы. Вскоре ей стало хуже, и она впала в кому. Врачи уже ничем не смогли ей помочь. Валентине Легкоступовой было на момент смерти всего 54 года. При этом не исключено, что к смерти причастен третий муж звезды, яхтсмен Юрий Фирсов. Они вместе выпивали в квартире перед трагедией. Возможно, он периодически избивал женщину. Кстати, яхтсмен Фирсов, муж российской певицы Валентины Легкоступовой, отказался от ее наследства. На квартиру Юра претендовать не будет. Он сейчас в шоке от горя. А с телеэкранов льется на него много лжи. Странно, что молчат его друзья, отметил друг Фирсова. Ранее стало известно, что претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее мужу, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы.